Нет, все нормально, все включу. Короче, звонил старый друг Сидней. Лучше новых двух, как ты сказал. Короче, у тебя детство в одном месте играет. Играет, да, у нас еще играет. Все. Вот. Это. Позвонил, в общем, друг там, ну, старый, лучше новых двух. Вот, который тот раз привозил вещи. Это. Говорит, завтра тогда еще я заеду, ты дома будешь. Я говорю, да. А, ну, еще привезет. Вот. Что я хотела сказать? А, чай я делаю, короче. Ну, детство еще играет в одном месте, притом подыгрывает сильно. Да, у него тоже, походу. Он говорит, это хорошо, что детство играет. Я один такой угрюмый, серьезный. Да, нужно себе искать тоже подруг каких-то. Подруг, тут нет подруг. Почему тут нет? Тут одни. Вон Юрка. Чё тебе? Сразу начинает кричать, ладно, все, проехали. Да ну ладно, чё ты, а? Я сейчас немного... Немного... Короче. Немного... Снимай чё-нибудь. Короче, чё я хотел сказать. Сейчас чай сделаю, уже вторую чайную ложку сделаю. Ладно, бывает такое. Я говорю, детство в одном месте играет. В общем, я вот так вот делаю это. Как я тебе говорю. Пришлось еще чай докупать. Как я тебе говорю. И капусту. У меня капусты не было. Вело капусту. Ты как режешь. Это пришлось... Давай, успокойся. А, ну ладно, все. Это... Успокойся, а то разошлась что-то это. Короче, ничего не принимала? Нет. Нет, заметно. Нет, я никогда в жизни да ничего знаю, не принимала. Да я знаю, я прикалываюсь. Если честно, я и маты не переношу, честно говоря. Но иногда можно довести даже слона. Да слона-то легко довести, как бивнет даст. Вот, вот так вот я заворачиваю по полсосисочки. Да, как я тебе говорю. Очень экономно. Да, как я тебе говорю, полсосиски, да, да. Раз, вот так. Я хотел купить сгущенку вареную. Но я отказался, это... я сказал, ну, нет. Ну, Эмиль говорит, нет, не хочу сгущенку вареную. Вот так вот и с чаечком. Подожди, ну сейчас. А как я тебя сниму, если у тебя на зарядке стоит? Да ну все, все, не надо ничего не вынимать. Вкусненько? Угу. Вот. Больше вкусный был? Вкуснее, чем на масле. Что, серьезно, вкуснее, чем на масле? Не такие жирные? Да. Серьезно? Они такие, как надо, прям не жирные, а... не в масле. Раньше же на сале. А, ну вот я на сале понажарила. Ну что я хотела сказать это? А борщ тебе понравился? Да. А, ну все. На, держи, сейчас я тебе чаек размешаю и отнесу. А, чистил клавиатуру сегодня. Сломал F10. А. Забыла горячую кашу. А, нажимаю, она назад не возвращается. Короче, почистил, все нормально. Мышку, кстати, тоже чистил. Кстати, ее плюс. То, что когда... Кстати, Windows 10 я заметил то, что больше оптимизировано вот под такие мышки. То есть, я выключаю компьютер, мышка у меня не светится. На 7-й винде она у меня светилась. Но ее плюс в том, пока она не движется, она вот так. Двигаешь, она раз и ярче. То есть, у нее вот так. То есть она больше оптимизирована все-таки под семерку. А на десятке она уже умнее. То есть она отключает уже. Ну все. До свидули. А.